Друзья, это финальная часть подборки лучших товаров за весь год. В конце этого видео вас будет ждать конкурс на уникальный смартфон из этого выпуска. Пристегивайте ремень и поехали! Эта алмазная пленка на деле сделана из винила, и ее можно нанести буквально на любую поверхность. Если вы живете в солнечном регионе, то ваша машина наверняка запомнится всем сотрудникам ДПС. Ведь когда на нее попадает солнце, она начинает переливаться как огромный алмаз. Смотрится очень необычно, а вероятность угона машины с такой пленкой крайне мала, ведь машина будет очень выделяться. Для создания зрелищных фото на Али есть вот такой необычный товар под названием «железная вата». Сделана она из тонких металлических волокон. Область применения такой ваты весьма широк. От грандиозных фаер-шоу до эффектных селфи в темное время суток. Ведь главный секрет этой ваты в том, что ее нужно поджечь, размахивая руками в разные стороны. На фото этот момент будет запечатлен, как будто над вами идет огненный дождь. Только будьте осторожны, друзья. Однажды я чуть не спалил себе шевелюру, так как мелкие искры разлетаются в разные стороны. Любителям различных фокусов и экспериментов наверняка придется по душе вот такой необычный песок разных цветов. Весь фокус в том, что песок имеет гидрофобное покрытие, и когда его засыпаешь в емкость с водой, он остается сухим, при этом принимая необычные формы. А как только достаешь песок из воды, он снова принимает свой обычный рассыпчатый вид, даже не думая намокнуть. Волшебство, которое так любят наблюдать дети. Если на полках уже нет места для вкусняшек, а положить что-то все-таки очень надо, то не обязательно покупать новый холодильник. Достаточно повесить дополнительные мини-стеллажи, которые и создадут место для хранения. Контейнеры сделаны из пищевого пластика, поэтому не скажутся на аромате продуктов. Но нужно понимать, что на нижней полке тоже станет меньше места. Использовать такую систему можно не только в холодильнике, но и, например, в гараже для хранения инструментов. Как вам такой необычный трехколесный велик подрифтить или разогнать адреналинчик? Данный дрифт-трайк сделан специально для любителей скорости и крутых заносов. Усиленная рама и мощное переднее колесо с дисковым тормозом позволят вам держать контроль над дорогой, а специальные пластиковые накладки на задние колеса позволят более плавно входить в повороты. Оснащен мощным электродвигателем, который развивает скорость до 70 км в час. Наверняка каждому случалось попасть в ситуацию, когда вашей жизни и здоровью угрожает опасность, хулиганье в подворотне, воришки-карманники, да и прочие неадекваты в темном переулке. Имея такой чехол на своем мобильном, можно чувствовать себя супергероем. Встроенный электрошокер может очень удивить вашего обидчика и даст вам шанс сделать ноги. Да, кроме самообороны, данный девайс может подзарядить ваш телефон. Штука крутая, честно говоря. Даже если и выглядит ваш телефон в нем как кирпич, в наше время целая голова на плечах дороже красоты. Этого брутального зеленого человека наверняка знают все. Супергерой Халк давно завоевал симпатию бесчисленной армии поклонников Марвел. И такой костюмчик любимого героя способен удивить многих. Надевая этот костюм, вы будете выглядеть как обладатель неимоверной физической силы. Отличный костюм не только для тематической вечеринки, он подойдет и по городу прогуляться, удивляя прохожих. Надувные резиновые лодки – это уже прошлый век. Если любите по-настоящему красиво и с шиком отдохнуть на воде, то глядите, что я вам покажу. Надувной матрас, который вмещает в себе достаточно большую компанию. Навес от солнца и даже мини-холодильник, который охлаждает напитки за счет холодной воды в озере. Внутри спрятан небольшой бассейн, позволяющий чилить под навесом и получать удовольствие от речки, даже не опускаясь в нее. Ну как, не ожидали такой функционал от надувного матраса? Согласитесь, провести вечер в домашней обстановке, собирая любимый конструктор, всегда актуально. Хочу вам показать очередную легенду от компании LEGO – автомобиль Ford Mustang. Это культовый автомобиль для драг-рейсинга, о чем можно догадаться, увидев под капотом модифицированный двигатель, а в багажнике баллон с закисью азота. Несмотря на небольшой размер, модель выполнена очень реалистично, и каждая деталь находит свое применение. Такой Mustang может стать отличным подарком как для легомана, так и для поклонника классических мускулкаров. При использовании краски в баллончиках можно хорошенько измазаться. Во избежание этого можно использовать простую пластиковую насадку на баллончик, защитит руки от случайного попадания краски и вдобавок упростит работу маляра за счет более точной и дозированной подачи краски. Насадка легко устанавливается на любой баллончик, и ее можно использовать не только с краской, но и с другими распылителями.
Если ваша профессия связана с работой по резке арматуры, тогда на помощь может прийти вот такое специальное устройство. Это электрический резчик арматуры, который сэкономит время и сбережет физические силы. Данный резчик работает с арматурой до 20 мм и просто незаменим в ежедневной работе. Кстати, работая электрическим резчиком, ваше рабочее место будет всегда в чистоте, избегая шлака и мусора при работе болгаркой и резаком. Как вам такой дерзкий и скоростной электробайк? Достойная модель среди электрических байков своего класса. Развивает скорость до 80 км в час, не выбрасывая при этом в атмосферу вонючие выхлопные газы. Байк имеет двойное сиденье, на котором можно с ветерком катать девчонок. Внешний вид такого байка также достоин особого внимания. Все детали его корпуса и панель управления выдержаны в стиле крутого спортбайка. Как вам идея иметь у себя робота-помощника в виде руки-зажима? Да ерунда, скажете вы. На самом деле этот металлический робот-рука точно понравится детям и займет их на долгое время, предоставив вам возможность передохнуть. Убрать за собой игрушки, нарисовать рисунок и даже сыграть мелодию – все это ребенок сделает с удовольствием, используя такого робота. Управляется с помощью пульта. Еще один плюс такого девайса – его необходимо собрать самостоятельно. Отличная тренировка для мозгов и ловкости рук. Ну а такая модель двигателя Стирлинга поразит воображение не только ребенка, но и взрослого, развивает мышление и соображалку. Глядя на процесс превращения тепловой энергии в механическую, у меня чуть пар из ушей не пошел. 8 механических стержней нагреваются и приводят в движение поршни в передней части механизма. И вся энергия идет на вращение пропеллера. Производитель рекомендует в качестве топлива использовать чистый спирт. Как насчет того, чтобы немного похулиганить? Уверен, что надев такой костюм динозавра, окружающие разбегутся, сверкая пятками. Очень крутой костюмчик огромного плотоядного ящера, который двигает конечностями и клацает зубами. Несмотря на внушительный размер, находиться внутри костюма довольно-таки комфортно. Чтобы вам было видно, что происходит снаружи, внутри костюма имеется камера с небольшим монитором для связи и управления, вентилятор и даже громкоговоритель. Приз в этом видео предоставлен сайтом Runbox. Здесь у вас будет возможность выиграть солидные призы, такие как iPhone XS или XS Max, MacBook или Xbox. На сайте Runbox сейчас проходит конкурс, в котором каждый сможет выбрать приз самостоятельно. Сейчас разыгрывается колонка JBL Pulse 3, AirPods и GoPro Hero 5. Выбирай любой из перечисленных призов, выполняй условия конкурса и забирай приз. Коробки открываются проще некуда, разберется любой. На видео сейчас, кстати, показывается, как открывается коробка Star Wars. Также есть бесплатные коробки, для их открытия нужно выполнить ряд небольших формальностей. По ссылке в описании вы получите бонус 50 рублей и плюс 20% на депозит. Хочу спросить, вы когда-нибудь задумывались, как делаются такие красивые виниловые узоры на автомобиле? Я раньше считал, что пленка заранее нарезается и только потом клеится на кузов. Специалисты мне поведали об этом товаре для винилового стайлинга. На кузов приклеивается специальная струна по форме узора. Сверху клеится виниловая пленка. Дальше поддеваешь край струны и вынимаешь ее, как на видео. Струна и разрезает пленку изнутри. Вот и вся технология. Думаете, чем бы еще удивить друзей на веселой вечеринке? Не вопрос. С такой необычной открывалкой для напитков сделать это не составит труда. Главное – отточить мастерство заранее. Кстати, это идеальный девайс для тренировки флиппинга. Безопасно и весьма практично. Тренируйте ловкость рук и скорость реакции. Открывалку можно кидать, крутить между пальцев и делать разные трюки. С помощью этого нестандартного брелока, одна часть которого похожа на выемку дверного замка, а вторая на пивную открывалку, можно заблокировать дверь и избежать незваных гостей. Пригодится в путешествиях, где дверь в отеле можно открыть обычной пластиковой картой. Просто фиксируйте замок и можно спокойно отдыхать, зная, что нежданный злоумышленник не вскроет ваш номер.
Но как вам такая возможность полетать над поверхностью воды, ощущая невесомость и чувство восторга? Кто еще не слышал, это устройство под названием Flyboard. Сделано оно очень просто. Платформа с ботинками, внутри которой находится система стабилизации. Летает он в соединении с гидроциклом, используя мощные сопла, которые качают тонны воды с огромной скоростью, поднимая вас на высоту до 15 метров. Управляется Flyboard наклонами и пультом в руках пилота. Крутое развлечение в летнюю жару. Кстати, обучение полету на Flyboard занимает всего 5-10 минут. Для неопытных водителей, которые еще плохо чувствуют габариты своего автомобиля, как нельзя кстати придется парковочный мат в гараже или на паркинге. Мат состоит из двух ступеней – большой и поменьше. Первая ступень сигнализирует о том, что до стены осталось совсем чуть-чуть, а вторая способна даже остановить автомобиль, двигающийся на холостом ходу. Если вы любите рубиться в жаркие игры или работать в поте лица, вам точно пригодится такой необычный мини-вентилятор. Работает от USB-порта вашего ноутбука, и благодаря гибкому проводу его можно крутить в разные стороны, направляя поток воздуха в нужное направление. В функционал этого вентилятора входит не только обдувать прохладным воздухом, но и часы. Происходит это в момент раскручивания вентилятора. Светодиод подсвечивает лопасти, проявляет циферблат. С помощью этого латунного поршневого цилиндра можно добыть огонь буквально в любом месте. Устройство состоит из цилиндра и стержня. Стержень с розжигом на конце вставляется в цилиндр, затем нужно резко надавить на инструмент. Принцип работы как в дизельном двигателе. От резкого увеличения давления вещество на стержне возгорается. После этого розжиг нужно перенести на сено или бумагу для дальнейшего разгорания. В комплекте есть несколько резинок и смазка, чтобы поршень плотнее прилегал и лучше скользил по цилиндру. Любителям комфорта и быстрой езды, уверен, понравится такой товар, как карт для гироскутера. Это дополнительный аксессуар к вашему гироскутеру, с помощью которого вы сможете устраивать мини-гонки. Товар очень простой в использовании, включает в себя само сиденье, два рычага по обе стороны и небольшое колесико в передней части для лучшего баланса. Очень крутой товар, который превратит ваш гироскутер в болид Формулы 1, и теперь вы можете без проблем выжимать максимум с вашего гироскутера, при этом не боясь упасть. Автоматическая подача воды из крана раньше была доступна только в комплекте с дорогостоящими смесителями. Но Xiaomi решили и эту проблему, создав портативную насадку на кран, позволяющую управлять потоком воды с помощью инфракрасного сенсора. В комплекте есть разъемы на все варианты кранов. Устройство может работать в режиме ожидания до полугода, а порт зарядки надежно скрыт резиновой заглушкой. Насадка имеет два инфракрасных датчика. Один из них отвечает за подачу воды только если поднести к нему руки, а второй работает как выключатель. Кондуктор для врезки замков – профессиональный инструмент для установщиков дверей. Этот инструмент позволит уменьшить время на врезку замка и монтаж межкомнатных дверей как минимум в 5 раз. Конструкция его очень проста и понятна, справится даже новичок. С помощью небольших зажимов кондуктор крепится к двери, затем движениями вверх-вниз снимается материал, из которого сделана дверь. Деревянный миниган, который перед стрельбой нужно будет еще и собрать. Игрушка состоит из большого количества деталей, поэтому собрать ее будет не так-то просто. Но после сборки веселье гарантировано, ведь она стреляет резиночками со скоростью 10 патронов в секунду. Резиночки кончаются с фантастической скоростью, поэтому лучше запастись пачкой другой. А это щетка нового поколения, позволяющая практически не пачкаться в моющем средстве и эффективнее оттирать засохший жир со сковородок. Крышка щетки сделана из силикона, поэтому даже в мокром состоянии не будет прокручиваться в руках. Просто налейте внутрь моющее средство, и прибор готов к работе. При нажатии на крышку средство подается на щетку, и можно начинать уборку. Чем сильнее нажмешь, тем больше выйдет. А после уборки просто сполосните щетку и верните на подставку.
Наклейка на смартфон в виде трех камер, которая превратит ваш старенький iPhone в последнюю модель Apple, 11-й iPhone. И это не фантастика. Наклейка выполнена очень качественно и выглядит так, будто у вас в руках новая модель iPhone. При этом совершенно не мешает работе камер. Данный девайс, конечно, не несет никакой пользы, кроме качественного понта, который в наше время дороже денег. Чтобы сместить яблоко ближе к центру, можно воспользоваться специальными стикерами или чехлами. Мега крутая пушка под названием Мега Мастодонт. Это оружие, которое дает плюс 100 очков преимущества в любом сражении. Увидев такую пушку, ваш противник, скорее всего, бросит свое жалкое оружие и даст дёру. Еще бы! Ведь размер этой гигантской нерф-пушки впечатляет. Для удобства управления этим монстром в комплект входит плечевой ремень. Барабан для снарядов вмещает целых 24 патрона, а дальность полета составляет до 30 метров. Стреляет пушка автоматически, не оставляя противнику шанса на выживание. Для веселого развлечения на улице прикупите на Али бумажный самолетик. Если быть точнее, это набор деталей, который превратит ваш бумажный самолетик в радиоуправляемый, и он сможет продержаться в воздухе около 10 минут. В набор входит небольшой двигатель с пропеллером на длинной оси, который крепится к бумажному самолетику. Зарядка происходит через носовую часть и занимает всего 20 секунд. Xiaomi обновила отвертку, и теперь она стала куда интереснее, а также получила ряд дополнительных функций. Но первое, что бросается в глаза, это, конечно, внешний вид. Выглядит она очень стильно, имеет приятный на ощупь чехол, а также комплект бит для разных видов винтов и шурупов. Для труднодоступных мест предлагается магнитный удлинитель сверла. При включении автоматически загорается фонарик, что очень удобно, если работа происходит в слабо освещенном помещении. А сзади на корпусе расположено кольцо, регулирующее скорость и сторону вращения. Если вы автолюбитель, то наверняка знаете, как неприятно бывает словить мелкий камушек на трассе, особенно после недавней замены лобового стекла. Как раз для таких случаев китайцы придумали весьма эффективный ремнабор для устранения небольших сколов и трещин. Устройство очень простое в использовании и успешно полечить стекло под силу каждому. Достаточно закрепить ремнабор на стекле, залить в отверстие посередине специальный клей и немного подождать, пока клеевая масса проникнет в трещину. Это поможет остановить распространение трещины и уберечь ваше лобовое стекло. Как раз для тех, кто часто теряет чемоданы в поездках, есть отличное решение – умный чемодан-робот, который имеет целую кучу крутых фишек. И одна из таких – это программное обеспечение с функцией Bluetooth-канала, которое, соединяясь с вашим смартфоном, позволяет вашему чемодану следовать за вами, куда бы вы ни пошли. Крутой чемоданчик, согласитесь. GPS-датчик позволяет отслеживать ваш багаж в случае утери, а LED-подсветка покажет уровень заряда батареи, которую, кстати, вы можете использовать для зарядки абсолютно любых гаджетов. Да, совсем забыл сказать о встроенных весах. Очень удобная штука, чтобы не переплачивать за перевес. Чтобы не таскать ключи с собой, можно спрятать около двери специальный сейф, который защитит содержимое в любой ситуации. Места в нем не очень много, всего 40 на 70 мм. Однако, этого хватит даже для большой связки ключей. Сейф сделан из прочного металлического сплава, поэтому снять или разбить его кувалдой не получится. В дверцу встроен кодовый замок, настраиваемый изнутри. Чтобы увидеть молнию у себя дома и даже потрогать ее руками, закажите на Али вот такую необычную катушку Tesla. Выглядит она в виде модуля со встроенным источником питания постоянного тока 32 вольта. При включении образует электрическое поле, которое генерирует небольшие молнии. Зрелище весьма эффектное и немного пугающее. Трогать руками эти молнии я бы, конечно, не советовал, но посмотреть на это стоит. Кстати, катушка еще и производит звуковую мелодию. Отлично подойдет как залипательное устройство для отдыха и релакса. Этот пневмопистолет работает от компрессора со сжатым воздухом и выполнен полностью из металла. Предназначен он для вживления шипов в зимнюю резину. Для работы понадобится небольшой компрессор. Можно дошиповать резину в гаражных условиях. Сзади на пистолете закреплен специальный барабан, в который засыпаются шипы. Можно немного потрясти его, и шипы равномерно распределятся по пазам, а после этого пистолет будет готов к работе. Шипы в комплекте не идут, и имейте в виду, но ссылку на них я тоже оставлю.
Следующий супергеройский товар я бы по праву назвал одним из лучших товаров для ценителей Marvel. Это костюм Железного Человека, который выполнен в полный рост взрослого человека и полностью скрывает своего обладателя. Очевидно, что увидев вас в таком костюме, окружающие примут вас за настоящего супергероя. Костюм имеет множество проработанных деталей. Подсветка реактора, шлем со встроенным механизмом открытия забрала и еще. Универсального размера вы не найдете, так как костюм выполняется по вашему индивидуальному размеру. Погонять на скейтборде теперь можно не только на улице, но и где душе угодно. Ведь это уменьшенная копия скейтборда, выполненная по всем правилам. Колесики со встроенными подшипниками, нескользящая подкладка из искусственной кожи и, конечно, угол поворота. Все как в реальном скейтборде. Отлично развивает моторику пальцев и пригодится не только детям, но и будущим барменам, например. Отточив мастерство управления мини-скейтом и научившись паре трюков, можно принять участие в соревновании по фингербордингу. На Али появились по-настоящему большие, полноценные временные татуировки, которыми можно покрыть полностью руку от плеча до запястья или же на всю грудь, как у Конора Монгола. Сгодятся для людей, которые еще не определились, нужна ли им постоянная татуировка или нет, так сказать, в качестве примерки. Или же для создания образа для видео, косплея или любой тематической вечеринки. На Али подобных татуировок огромное множество, и любой сможет подобрать их под свой стиль и на любую часть тела. Домашний вентилятор, который совмещает в себе стильный дизайн и безопасность. Это реально. Посмотрите, какой топовый вентилятор я нашел на Али. Его особенность в отсутствии лопастей. А работает он по принципу пылесоса, затягивая воздух у основания, разгоняя воздух внутри корпуса и выдувая его наружу, многократно усиливая поток. В комплект к вентилятору также идет пульт управления, чтобы вы могли наслаждаться прохладой, не вставая с дивана. Также сам корпус вращается на 180 градусов. Низкий уровень шума и безопасность этого вентилятора особенно полезны, если в доме есть маленькие дети или домашние питомцы. Формочки из силикона, позволяющие создавать сладости в виде кирпичиков Лего. Такие желейки или шоколадки будут пользоваться большим спросом на детских праздниках. При желании из них можно собрать небольшие простые конструкции. Процесс создания таких сладостей также вызывает большой интерес у детей. Как вам такие необычные часы? Отличный способ наглядно увидеть, как работает электрический ток. В набор для проведения опыта входят небольшие электронные часы, металлические пластинки с проводками, которые можно вставить, например, в картофель. Подключайте часы к картошке, и они будут работать. Для лучшей наглядности можно использовать яблоки, лук или другие овощи, которые завалялись у вас в холодильнике. Сгодится даже кола. Я в своей жизни видел разные будильники, но будильник с датчиком давления попался мне впервые. Гаджет представляет собой коврик, в который встроены часы, и для отключения сигнала с утра не получится просто нажать на заветную кнопку и все проспать. На коврик нужно встать и постоять всем весом около 30 секунд. Обмануть его не получится, потому что все тот же датчик давления не выключит будильник, если веса будет недостаточно. Ботинки кенгуру. Что может быть лучше весело, используя для здоровья провести время? Своим внешним видом ботинки напоминают задние ноги всем известного животного кенгуру. Да и по функционалу эта обувь не уступает большому прыгуну. Развивает просто фантастическую скорость. Прорезиненная подошва лапа крепко держит сцепление с полом, и упасть в них практически невозможно. Еще такие ботинки используют для занятий спортом. Они снимают дополнительную нагрузку с позвоночника при прыжках и беге. Для самообороны и защиты от уличных хулиганов я бы порекомендовал вот такое небольшое кольцо с заостренными шипами. Если развернуть его шипами внутрь ладони, оно выглядит как обычное украшение. Сделано из нержавеющей стали и имеет несколько цветовых вариантов. Те, кто уже заказал этот запрещенный товарчик, отмечают, что бьет этот мини-кастет довольно болезненно. Однако помните, друзья, что заказывая данное кольцо, вы рискуете иметь проблемы с правоохранительными органами.
Чтобы не мучиться с нарезкой огромного количества овощей для салатов, можно добавить к своему арсеналу кухонных принадлежностей вот такой ручной мини-комбайн, который значительно упростит нарезку всего, что в него попадет. Ломтики, кубики или соломка – решать вам. Измельчитель имеет все насадки, позволяющие справиться практически с любым продуктом. С такой овощерезкой приготовление к любому празднику больше не будет таким сложным и долгим. Да и стоит недорого. В качестве крутого сувенира ценителю оружия отлично подойдет вот такая модель пистолета Desert Eagle. Эту модель пистолета по достоинству оценят любители шутеров, киношных боевиков и коллекционеры. Ведь это один из самых популярных стволов, повторяет в точности оригинал. Металлический корпус, рукоятка с деревянными вставками, да еще и функционал сохранен. Отведение затвора, перезарядка магазина и даже взведение курка упакован в крутой подарочный кейс с замком. А это Samsung Galaxy A51. Именно его я разыгрываю в этом видео. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, от вас нужно всего-навсего подписка с колокольчиком и абсолютно любой комментарий. Итоги опубликую у себя в сообществе, как только видео соберет 10 тысяч лайков. Подробные условия конкурса вы найдете в описании. Также кликайте по этим аннотациям, чтобы посмотреть новые видео на канале.